тем, кто не любит копаться на кухне, ну и также любителям пива, посвящается. Как же быстро приготовить скумбрию холодного копчения для употребления? Для этого нам понадобится скумбрия холодного копчения, ну и, соответственно, нож. Берем и делаем. Нарезать лучше всего кусочками шириной 2-2,5 сантиметра. Вот такой простой, быстрый рецепт. Все, можно идти смотреть футбол. Подписываемся на канал, ставим лайки, оцениваем видео и комментируем.